Экс-начальник областной ГСЧС Виктор Федорчак предстанет перед судом. Следствие после затянувшегося расследования все-таки передало дело бывшего чиновника в суд. Виктор Федорчак в конце прошлого года стал фигурантом в производствах по 4 крупным пожарам в Одессе. Лагерь «Виктория», психбольница на Воробьево, отель «Токио Стар» и экономический колледж. Эти трагедии унесли жизни 34 человек. После пожара на Троицкой Госбюро расследования открыло производство в отношении тогда еще действующего начальника Виктора Федорчака. Неналежно виконував свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам та державним інтересам. Наслідок його злочинної недбалості, системного невиконання своїх персональних обов'язків та неналежного контролю за діями підлеглих протягом 2019 року на території Одеси сталося 3 масштабних пожежі. Интересно, что эпизод с пожаром Виктории в дело не внесли. Судить будут по 3 пожарам. С января месяца, когда Федорчаку вручили подозрение, он находится под домашним арестом. Если суд признает вину экс-чиновника, то он может провести за решеткой от 2 до 5 лет. Решать это будет Малиновский районный суд Одессы.